Тут такая фишка, что надо уметь просто паркурить, ребят. Если вы не умеете паркурить, ну что я могу сделать? Дима, ты не пройдешь. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Мульбазавр, Абобус, Мармышка, Неонкэт, пацаны, поздравайтесь. Хай. Здорово, защитники. Всем привет. У нас сегодня очень классная рубрика. Если упадешь, аниматроник тебя съест. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ты чё, не умираешь? Несколько. Нифига себе, несколько. А это много? Это несколько, да? Ну что, Dark Dragon, кто попробует паркурить? Смотрите, смотрите, как побежал. Если он сейчас успеет, я буду в шоке. Но скорее всего этого не случится. Я успею. Умер, мормышка. Еще один умер. Ну что, кто-то, вижу, все-таки успевает взять оружие. Успел. Ой, блин, не успел. Пока. Успел? Почти залез. Не успел. Да, почти. Ну что, ребята, давайте буду я пробовать. Тут такая фишка, что надо уметь просто паркурить, ребята. Если вы не умеете паркурить, ну что я могу сделать? Дима, ты не пройдешь. А, ну да, это... Не, я пройду. Из нас кто-то должен пройти. А потом, ребята, мы поставим аниматроник, в который дамажится. Так, главное что? Быстренько бежать, правильно? Никто за мной не агрится, кстати. Ребята, я взял. Взял? А? Красавчик. Кто первый, получается, взял оружку? Бульбазаврус. Ого, ты мужик. Ого, за ним там гоняются. Ничего, за мной, кстати, никто не агрится, потому что нет скримера. Ой, господи, Дима, ты застопорил меня. Я? Да. Да никак, а как? Вот так, вот туловищем своим. Да никто тебя не трогал даже и пальцем, ты чего? Я взял. Я взял тоже, ребята. Ну что, пока мне все удачно у нас. Я успел к замку пробежать. Я хорошо. Добавляем NPC, всё. Чуть побольше поставлю, ребята. Немножко не начинает кадры вылетать, давайте удалим парочку. А так, в принципе, все хорошо. Так, ну что, кто готов теперь назад пропаркурить до спаунов наших? Давай. Я уже пропаркурил. Я тоже, я побежал. Побежали. Ой-ой-ой. Давай, быстрее. Отлично. Отлично, ребята. Кстати, они ничего там мне вообще не трогают. Так, как быть... О, я вижу, она тут застряла. Сзади тебя, Дима. Я успел, ребята. Это было очень близко. Так, я оружку принес оттуда. Привет, победил тот, кто принес оружие сюда на спаун. Я взял. Кто из вас еще оружку взял? Вот еще один. Красавчик. Вот, Дим, тебе доказать. Ну что, теперь мы ставим NPC, которые можно убивать. Сейчас будет, конечно, тоже жестко. Сейчас мы этих удалим. А ты их не убьешь, они бессмертные. Ну что, есть еще марионетки? Да удаляй. А я не вижу, вроде нету. А нет, все. Да. Если выскочит, то пофиг. Да, не, нормально все. Ну что? Теперь мы ставим очень классных NPC с Five Nights at Candy's. Вот это уже смертное. Ой, кстати, небо эпилептически как-то становится. Давай, спрыгивайте, что вы мочите? Надо валить только с земли, так нечестно. Вот так вот, как я. Что раз за ружьем? Мясо. Я обратно спать. Давай. О, я убил, кстати, одного. Я думал, этого не случится. У них прям осколки отлетают от лица. Чё, блин, умирай, ты же в голову стреляешь. Отлично. А еще какое оружие есть у меня, подожди. О, во. То, что надо. Базука рулит. Интересно, смогу их убить? Хоть одного. А Бобуса, вижу, неплохо гасит. Так. Я вижу. Вот, бегут. Какое еще оружие есть? 3, 2, 1. Битва началась. А кто ж бульбазавр маленького взял? Да? Не везёшь, скажи, Кэнди. Эй!
Хитрый жук. Он дисквалифицируется, Дим, он не участвует в битве. Да-да-да, надо Кэндис, потому что это по-честному. У всех силы равные и одинаково все бегают. Тоже так, ну будет. Что, кто еще остался из аниматроников? Я. Так, и я живой еще. Где вы? Где? Я вижу тебя. Я открываю охоту. Ребята, вижу. Вижу цель. Не вижу препятствий. Все, остался ты. Иди сюда, мой белый хлебушек. Ты должен умереть. Ты должен умереть, говорю. Да как? Я же прицелился, вы видели? Я Кто выиграл? Кто выиграл? Я. Дардрагон, ты выиграл? Ну что, последняя битва. Теперь Дардрагон, а мы все против него. Берите оружие. Дардрагон, теперь получается, ты выживаешь. Удачи. Да че удачи? Че удачи? Мы тебя сейчас убьем. Взяли оружку все? Вы точно успеете догнать меня? Из дома возьму. А где он? А вот. Не вижу, не вижу, не вижу. Спрятался. Пробиваем, ребята. Как же давно у нас не было админского пистолета в роликах. Люблю это оружие. Надо быть внимательным. Я смогу его убить, даже если он... Я же сказал, успею убить. Не, я понимаю, что это нечестно, но я же думал, ты будешь свалить сюда Сет Кэндис, а ты взял марионетку, психичку. Я притык тебе подошел, даже не убил, пытался. Да? Ну, видишь, не смог. Хорошо, буду использовать только на правую кнопку мыши. Я даже даже отвлека не могу попасть, Вась, даже притык. А чё? Ты косой. Да? Тяжело попадать? Вы бегаете, двигаетесь, как... Ну, так мы не будем стоять на месте, мы же умные пацаны. Да, пацаны? Так, а где он? Вы его видите? Да, он тут где-то. Там где-то. Где он? Привет. В спину зашел. Ля ты крыса. Вот именно. Эй, Бульба, ты что за читы используешь? Ты плох. Убил? Нет. Так у тебя, наверное, бессмерть. А, нет, пилпаки не могут быть бессмертными, я ж помню. А, где он, где он, где он? А чё за читерские это оружие? А что он взял? Ну, это взял мой... Не знаю, взял мой... Так, я вижу, где-то он тут только что был. Потому что меня Бульба одним тыком убил. Таким оружием... Ой, это наш, блин. Я вижу просто текстуры издалека и фигачу. Вижу его. Где, где, где? Где-то около нас. Ой, блин, не допрыгнул. Ай-яй-яй! Красавчик, убил, убил, убил. Так, где он? Я его прихвостил. Это хорошо. Опа. Тут, короче, ребята, немножечко карта горит. Ой. Но это пройдет, это ненадолго. Ой, обстоятельства. Нет, вы убьете сейчас. Да? Да. Ой-ой-ой. Проиграл, я пригвождён, всё. Где Дардрагон? Его убили? О, бульбазавр. А чё за оружие он берет такое? А нож потом берет ещё. А-а-а, бульбазавр, так это же нечестно. Где бульбазавр? Я открываю охоту на него. Где он? Я его убил. Да? Я тоже открыл его. Всё, мстить буду. Ну что, ребята, последняя битва про аниматроников. Каждый берет аниматроника, какого он хочет. И сейчас решится, кто же самый мощный. Какого хотите, такого и берите. Сейчас. Я, кажется, знаю. Вот. Вы готовы? Не по площади сразу. Нет. 3, 2, 1. Битва началась. Кто проигрывает, тот ждет. Ну? Ну? Ой-ой-ой-ой, что творится? Бульбазавра убили. Кто еще живой остался? Я. Ты? Да. А Дардрагон умер? Я тоже здесь. Да? Вот где? Я очень читерского взял. Ну что, ты где, Бульбазаврус? Я уже умер. А я же... А Дардрагон где? Не он Кэт остался? Мы с ним один на один, получается? Дим, по площади он взял. Я тоже, да, по площади, ты не ссы. Есть! Я победил? Нет, вот он еще. Да как, я же жмякал, жмякал, жмякал! Ну блин!
Че, мормышка самый сильный получается? Нет. Все здесь ничья была хорошая. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.